Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить Hustle Castle. Так, на меня было нападение, минус 18 очков. Так, а здесь кто у нас? Глафира, и она у нас четырехзвездочная, это хорошо, ребята. Так, у меня забрали, как вы видите, деньги, 36 500. Ну, давайте посмотрим на повторе, что тут у нас. Так, подождите, это какой-то не тот повтор, это мое нападение на замок. Нет, ребят, это мы смотреть не будем. Давайте промотаем. Что-то не то он показывает. Так, что у нас, ребята? А у нас здесь подарки от вас. Спасибо вам, ребят, большое. Я забираю. Ну и, конечно же, буду сейчас отправлять их вам. Приступим. Так, ну что, вроде бы закончил. Забираю большой сундук. И, наверное, ребятушки, будем сейчас мы вскрывать. Так, маг получил 26 уровень, это хорошо. Так, кто это у нас? Любомир, да не ты, а вот этот, сколько... Вау, вот, ребята, вот мой первый житель пятизвездочный. Потенциал соточка, замечательно. Ну, там, где первый, там будет и второй. Так, ага, у меня предел по жителям, так что я не могу больше никого. А вот тебя отправим во свояси, нам трехзвездочные не нужны. По крайней мере, которые просто так, без всего. Ну, а теперь давайте этого малыша. Так, надеюсь, ты будешь тоже пятизвездочным. Так, казначей получили по 6 уровню. Алхимики 5 и 6. Собираем улыбочки. Так, манну взяли. Вау, повара тут у меня подросли. Так, 4 звезды, это хорошо. Давай-ка мы тебе оденем какой-нибудь костюмчик. Ну, естественно, вот этот. Так. И, по-моему, все, да? Больше ничего у меня нет на поваров. Да, к сожалению, нету. Ну что же, давайте его отправим, наверное, сюда. Пускает, добывает еду нам, как говорится. 153 тысячи, и мы приступаем, ребята, открывать сундуки. Ресурсы. Знаете что, я со своим везением больше чем уверен, что сейчас со всех сундуков выпадут одни ресурсы. Почему-то даже ни грамма сомнений у меня в этом нету. Так. Ну, я так, в принципе, и предполагал, что все оно так и выйдет. Ёлки-палки. Не, неужели во всех сундуках будут только ресурсы? Ай-яй-яй, ребятушки. Жадничайте вы. По поводу шмотки. Вы же видите, как плохо у меня идут дела. Так, ну давай, большой, ты хоть не подведи. Да, конечно, не подвел. Подвел еще как. Так, мы сделали прогресс. Ну с этого-то сундучка, ну хоть что-нибудь выпадет, а? Я уже не знаю, я уже давным-давно не получал нормальный шмот. Так, ну что ты мне дашь? Вау, ну-ка, это уже что-то новенькое. Такого костюмчика у меня еще не было. На кого он идет-то? Так, могучий мамонт. Вау, ребята, вы посмотрите, 7496. Это, естественно, костюмчик для моей красы. А ну-кася. Вот, вот это дело. Вот это я понимаю, да, минус броня дополнительная, но зато посмотрите, я и без этого нехило буду мощным. Тем более на 28 уровень. А я бегал в шмоте 17 уровня. Извините, это ни в какие ворота не входило и не вписывалось. Ну все, теперь у меня краса 7500 мощь имеет. Меня это вообще просто радует. Я теперь буду тут рвать всех и метать. Так, давайте оденем. И собираем яблочки, улыбочки, манну. Так, я вот думаю, ребята, может быть, нам с вами сходить на карту, да немного ее пошуршать. Так, вот тут еще деньги. Вау, уже 200 штук я накопил. Что я могу себе купить? Ничего. Минимум нужно 270. Так, а мы приступаем с вами. Вот этих ребят начнем в первую очередь деребанить. Так, что тут? Ага, неподлеченная. Ну-ка, давай, лечись. Что? Что за звуки? Что это такое? Опять Каспер нас навестил. Ну-ка, давай, изгоняй его. Изгоняй отсюда, нечего ему здесь делать.
Пошел отсюда. Да что ты там суетишься, бегаешь? Видишь, все, выгнали мы его. Так. Ну, подлечился он там. Нет, еще немножко ей осталось. Так, Любомир, ты у меня что-то ходишь тут без дела. Иди вот сюда. Будешь учиться на повара. Так, 4 звезды. Тебя куда? Я даже не знаю, куда тебя присунуть-то. Все вроде бы везде все уже занято. Стой здесь тогда. Давайте доберем улыбочки с вами и, наверное, отправимся на карту. Так, краса у меня вылечилась. Идем воевать. Так, вот вы будете первыми у меня на растерзание. А что так мало мощей-то? Так, добавляем магию. Отлично. Ну, естественно, на замену ставим. И вперед рвать щеглов. Здорово, ребята, как дела? А мы тут пришли... Подожди, это что такое? Ёлки ты палки. Ядрить его на корень. Какого лешего у меня там делала это, если не ошибаюсь, слабомощная Ева? Блин, я забыл ее просто поменять. Тут пока на радостях плясал да радовался, пропустил. Ну, естественно, маг мой стоит, а Ева там у меня воюет. Ё-моё, блин. Так дело не пойдет. Ну что же, давайте глянем, что здесь нам достанется. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, ресурсы, ладно. Главное, что у меня выпала шмотка, и довольно неплохая. Мне это уже, как говорится, в плюс. И можно сказать, сегодняшний день, сегодняшняя серия у меня прошла не зря. Так, давай-ка иди тоже тренируйся. Куда бы теперь мне этого паренька пятизвездочного пристроить? Вот что я думаю, а? Хотя есть у меня одна мыслишка, но это будет попозже. Ёлки-палки, вы посмотрите, сколько у моей красы мощей, и теперь как она долго восстанавливает себе здоровье. Но это все мелочи по сравнению с тем, что какой я теперь стал. Красота. Ну что же, ребята, теперь нам самое время проверять карту. Находить слабеньких и, естественно, их уничтожать. Так, Полина, давайте глянем ее. Так, подождите, 17 тысяч мощей, да? Так, а у меня-то сколько, я даже и не знаю. Так, тут 25, но 25 это уже многовато, мне кажется. Так, ладно, здесь что у нас? Юра, Алексей, Эндарион. Так, Эндарион. 22 600. Угу. Ну, довольно крутые ребята здесь стоят. 29 800. Еще лучше, блин. Ёлки ты палки. Ну, а ты, Алексей, тезка мой. Вот, 14 000. Это самое то, что надо. Так, ну что, я надеюсь, они у меня там уже отхилились все. Давайте заберем своих ребят и начнем понемножку разруливать здесь ситуацию. Так, я даже не знаю, честно говоря, сколько у меня мощей-то. Сейчас мы это и узнаем. Где у нас там Алексей? Так, у меня, ребята, 20 тысяч мощей. Что ж, неплохо довольно-таки. После скольки там, 14 или 13? Я очень рад этому. Так, тихо, лежать, лежать, я сказал. Все, хорош, отдохни, парнишка, и ты тоже отдохни. Два воина, ну неплохо они сражались. Так, срубили немножечко денег, немножечко дерева. Мне сейчас очень нужно дерево, ребята. Я, как говорится, выхожу на тропу за поленьями. Потому что без них мне ничего нельзя сделать. Если денег у меня уже достаточно, то с деревом большая проблема. Так, 7-й уровень бойца получил. И давайте, ребятушки, кого-нибудь еще глянем. Так, вроде бы... Можно было бы Калину, Полину, точнее. Но... Так, отхилились? Нет. Краса все-таки очень долго хилится. Зато маг уже вылечился. Замечательно. Меняем их. Сундучка у меня никакого нету. Здесь, в принципе, делать нечего. Может быть, конечно, что-нибудь разобрать, но это мы сделаем с вами чуть-чуть попозже. Так, все, маг отхилился, и краса тоже. Давайте возвращаем их. Ну и, естественно, пойдем дальше. Так, Сеймон. Суперлама. Вот, суперлама. Ты попал. Да и бог с ним, что не все
восстановили здоровье. Я думаю, мне и так фартанет, и мы разрулим здесь всех. Тем более у него 14 тысяч мощей. Так, ну все, Макос, ага, воскресил. Но это вас, ребят, не спасет. У меня тоже есть воскрешалка, так что жалко, конечно, что слабенькая, но все-таки. Так, еще 16 тысяч мы подняли. Блин, ну мне, конечно, не деньги нужны сейчас, а именно дерево. Накопить сколько там надо? 72 500. А, 62 500 надо. Или 75 тысяч. В общем, будем с вами заниматься тут грабежом до тех пор, пока у нас есть еда. Ну, и если на что-то хорошее накопим, естественно, сразу поставим на строительство. Я не знаю, хотелось бы, конечно. Ну и погреб нужен. Да все там нужно, если честно. Все, абсолютно. Но вначале надо, естественно, все накопить. Так, дерево у меня 54 тысячи. Это мало, естественно, ребята, очень мало. Нужно еще 20 тысяч. Так, все, отхи... Да как ты долго теперь лечишься, а? Ё-моё. Блин, вот единственный недостаток, что она очень долго теперь лечится. Ну, немножечко осталось. Все, возвращается. И идем обратно на карту. Сегодня у нас будет день боев. День, серия боев. Так, давай возьмем. И еще как раз у нас магия есть. Так что, ребята, повоюем. Так, Саймон, давайте глянем. Вот у него там и дерево прилично. Эх, 24 тысячи. Не будем мы рисковать пока. А здесь у нас Юра. Давайте глянем Юру. Нет, Юру мы не будем глядеть. Не хочу. Можно, конечно, было бы и по вторжениям пробежаться, но... Так, 22 688. Давайте-ка, ребята, попробуем все-таки напасть. Получится, нет? Ну, у него, смотрите, ребята, какие мощнявые, а. Двое в таких доспехах. Ой, да еще и лучник у него там сверху. Ёлки-ты-палки, ребята, я... Это как-то пропустил и не доглядел. Да, здесь меня порвали. Хотя, елки-палки, ну. Да ё-моё, этот лучник, он станет меня. Смотри, что про... Ах ты, зараза, а. Блин, чуть-чуть этому поганому магу осталось, и он бы отдуплился. Ай-яй-яй-яй-яй, арсенал у него раскачанный, оказывается, да, ребята? Поэтому мне... Немножечко не хватило, буквально чайную ложечку, чтобы его победить. Ах, не могу, прям обидно. Да еще этот придурок со своим посохом дебильным, дешевым. Я не знаю, хоть что-нибудь бы выпало, а? Полезное на мага. Ну, естественно, для его уровня. Потому что он у меня, по-моему, еще дрищ. 25 или 26 уровень. Если я, конечно, не ошибаюсь. Вот. Так, ну давайте пока у меня там хилится, кого-нибудь себе да заприметим. Так. Блин, а магия-то как быстро у меня кончается, а, ребята? Я тут радовался и плясал танец с бубном, что у нас все будет на мази. Да нифига. Дементис, давай-ка посмотрим. 23 132. Даже не знаю. Так, Грит, что тут у тебя? 21 743. В принципе, вот этого можно было бы потянуть. Но очень мало ресурсов дает, как вы видели. Деньги, дерево. Дерево там 3000 всего. А нам нужно как минимум, как минимум хотя бы десяточку. Ну, 9000 дерева. Это было бы уже кое-что. Давайте, ребята, отхиливайтесь. А мы дальше будем смотреть. Полина. Ну, 7000 вот как раз бы нам тоже не помешало. Ну что же, ребята у меня вроде бы отхилились, так что давайте приступим. Где? Где там? Так, возвращаем. Хорош там уже таблеточки-то жрать. Лук. Давай-ка возвращайся в ряды. Лопает он там витаминки. Набирает здоровье. И мои ребята отхилились. Кстати, ребята, всем спасибо, кто поддерживает, кто мне дает... Хорошие и полезные советы, я это очень сильно ценю. Так, ну вот наша Полиночка, и давайте навестим ее. Здравствуй, родная Полина, мы пришли к тебе в гости на чаек. Угостишь нас чаем?
с поленьями и с деньгами. Так, ну все, тут в принципе полечко не жилец. Отлично. 7000 бревен мы получаем и еще почти 40000 голды. Великолепно. 281000 у меня. Мне буквально чуть-чуть и будет 300 штук, ребята. Еды нам хватит еще на 4 боя. Так, поленьев у меня 62000. Это еще надо 10000 бревен где-то достать. Елки-палки, вот это не задача. Там, по-моему, меня окружают уже только лишь крупные ребятушки. Так, давайте глянем. Хотя мы можем и бассейн, и погреб. Вот арсенал, магическая лаборатория и мастерское оружие. Кухня там уже запредельные, конечно, идут суммы. Блин, арсенал. Может быть, арсенал увеличить? Улучшить, точнее. Мне все-таки понравился этот мелкий хитрый лучник, стоящий там на окошке или где-то там на балконе. И из-под тишка стреляющий. В принципе, если ставить на стан, очень даже неплохо будет получаться. Тем более, если у тебя приличная армия. Так, сколько тебе? 1:49, а этому 5 минуточек всего. Да, этот пятизвездочный довольно быстро развивается. Ну что же, ребята у меня отхилились. Так, этого пока он добежит, он отхилится. Все, тормози, тормози, лук. Давайте-ка еще прошуршим карту. Так, здесь у нас кто? Дементис и Грид. По-моему, Грид 20... А, ну вот, в принципе, его можно тоже попробовать. Давайте рискнем. Риск — это дело благородное. И если мы побеждаем, очень даже неплохо окупается. Так, не-не-не-не-не-не-не, краса, краса, стой, стой, краса. Ну, хиляй ее, оживляй. Ага, отлично, все, пока. Блин, да что ж такое? Да елки ты... Не, должны затащить. Ну, маг остался один, елки-палки. Есть, ребята. Вот это я называю бой. Так, 3600 бревен. Ну, худо-бедно. Нам, как говорится, все пойдет впрок. Так, яблочки. Блин, остается все меньше и меньше яблок у нас, а? Хоть действительно развивай погреб. Ну, а погреб что нам даст? Нам даст только одно, что мы сможем много хранить еды. Эндариан. Эндариан. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. А, еще и магия у нас заканчивается. Ё-моё. Ну, будем держаться до последнего. Так, Эндариан. Где он у нас, елки-палки? Ага, вот. Так, 22688. Блин, и все в желтой броне. А желтая броня, я уже понял, что довольно мощная. Так, Юру мы смотрели. Это довольно сильный противник. Саймон. Так, Рален Паул. Рален Паул. Ну, давайте. По-моему, мы не смотрели на него, да? Во, вот, это хорошо. Так, давайте, ребятушки, заберем своих этих солдатиков и попробуем напасть на Рален Паула. Кстати, ребята, я хочу сказать, тех, на кого я нападаю, естественно, я это делаю не в личных каких-то интересах или ненависти к вам. Просто надо развиваться и не надо за это, ребята, ставить дизлайки. Это же всего лишь игра. Так что... Я лично это воспринимаю как нормальные вещи. Ну, напали, ограбили. Так же ты напал, ограбил. Ничего в этом такого нет. Блин, да что же за западло такое? Он в игре, оказывается. Ого! И у него уже там мощь выросла. Видимо, он приодел своих ребят. Да. Рален Паул у нас отпадает. Ну что же, можно вот этого, может быть, попробовать как-нибудь заковырять. Если, конечно, мы сейчас не найдем кого-нибудь послабже. А тут и находить-то, в принципе, уже некого, да? Никого уже не осталось. Остался только Саймон, но он мощный. Здесь Юра тоже мощный. Эндарион. Этого мы не смогли победить. Да, Юра у нас почти 30000 мощей. Молодец, Юрок, так держать. Или Яра. Так, Дементис. Может быть, на него напасть? На Дементиса?
Не особо-то он и велик. Давайте попробуем. Да, ребята тут, конечно, елки-палки. Нет, по ходу дела... Ладно, не буду прогнозировать. Сейчас мы все сами увидим. Увидели, елки-палки. Увидели. Все, я... Нет, 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 нет. Слушайте, эта ситуация уже где-то уже была. Знакомая мне, блин. Расковырял он меня все-таки, а. Да все из-за того, что маг мой, который с воскрешением, очень слабенький. Он слабый по броне, он слабый и по уровню. Ничего толкового носить не может. Поэтому, грубо говоря, он дрищ. И он как гвоздь в заднице у меня стоит. И раскачать его не могу путево, и носить он ничего не может нормальное. Так, ребята, осталась у нас одна магия. Одна магия, я не знаю. Есть последняя надежда на... Вот, вот, надо сейчас... Если он опять в игре, это плохо. Если его нет в игре, это замечательно. Так, что-то мои отхилились, нет? Так, маг, давай, возвращайся. Лука, иди лечись. Давайте соберем здесь у нас немножко. Поднакопились ресурсики. Ну, я вам скажу одно, что, ребята, я как-то себя стал... О, уровень получил. 10-й бойца. Я с этой новой бронькой на красе как-то себя уже намного увереннее чувствую. Все-таки я за 20-ку мощей перепрыгнул. И это уже плюс. Для меня очень большой. Хотя бы сдвинулся с мертвой точки. Так, она дает нам улучшать боевые заклинания. Знаете что, боевые заклинания улучшать — это фигня. А вот максимум для боя, вот это было бы, наверное, хорошо, да? Ну да, я не спорю, фаерболы, конечно, бы у меня горели как спички. 3 фаербола за бой, а их всего, по-моему, там 9 можно, или 6 даже. Но зато можно было бы выигрывать очень хорошие бои, выгодные для нас. Так, иди лечись. Так, лучник там у меня насвистывает, довольный, сразу видно. Ну, по крайней мере, я могу сказать одно. За все эти игры лучник провел себя лучше всех. Ну, конечно, я не беру в расчет красу. Краса — это вообще лидер. Так, ну что, Ха, ё-моё, в игре он, ребята, он в игре. И я в полном обломе. Ну что, мне орков, что ли, идти их пинать? Блин, да не хочу я как бы на них тратить этот, как его... Так, а здесь у нас... Блин, я даже не знаю. Ну, вот этих можно разобрать. Тут, я думаю, даже без проблем. Хотя их там слишком много. Так, ага, давайте попробуем. Попробуем. Да что тут пробовать? Все, разобрали мы этих орков. Сейчас мы получим сундучок. И единственная надежда у меня, что с этого сундука выпадет какой-нибудь шмот. Причем хороший. Я тогда буду вообще рад. Ну-ка, сядь, что тут у нас выпадет? Вау, топорик. Надеюсь, он хороший. Так, глянем давайте. Ё-моё, 460 урона. Так, 50% по области может нанести. С шансом 20%. Ребята, я одеваю этот топорик. Да, он зеленый, но мощный. Красота. Ёлки-палки, действительно, сегодняшняя серия у нас получится очень козырная. Так, давай отхиливайся. И что и? И у нас всего на 2 боя осталось еды, ребята. Поэтому дальнейшие действия надо делать с точным расчетом, как говорится, с выгодой для нас. Или же просто идти бомбить орков и надеяться, что из сундука выпадет еще какая-нибудь хорошая плюшечка. Ну, как вы знаете, с моим везением это маловероятно. Так, Дементис, давайте глянем. Так, 23 мощей. А у меня 20 с копеечкой там. Давайте этих орков разнесем, наверное. Чем мы ничего не теряем, а только приобретаем, еще раз повторюсь. Ну идите сюда, олухи, елки-палки. Буду вас теребунькать. Так, лежать, лежать. Блин, вот как ни крути, а краса все равно падает, а? Не было еще такого боя, чтобы она выстояла. Так, замечательно. Наш сундук.
И я хочу его срочно взглянуть. Давай, что-нибудь полезное, хорошее, ну. Нет, ресурсы. Но, тем не менее, поленья выпали. Немножко, правда, но потихоньку, полигоньку как-нибудь доберемся до чего-нибудь. Сколько тут? 78 поленьев. Да, это никуда не годится. 300 тысяч. Ёлки-палки, я представляю, когда надо будет суммой в 750 тысяч. Там, я уже не помню на что. Это ж сколько. Это ж сколько копить надо будет. Боёв сколько надо провести. Так, столовая, колодец манны, ремесленный цех, мастерская брони. Тоже, видите, можно строить. У нас мастерское оружие есть. А тут уже можно броньку создавать. Но опять же, ребята, за кристаллы. То есть это придется разбирать вещи и крафтить. И опять же, непонятно, с каким все это будет шансом крафтиться. По идее, можно было бы построить и столовку, да? На худой конец. Она бы нам как бы пригодилась. Так, возвращаемся. Так, ну что, кто у нас тут? Ралин Паул, ты еще здесь? Или ты все еще в игре, а? Ну, что ж поделаешь. Играет парень. Молодец. Так, где у меня тогда орки? Орки, так, Эндарион. Эндарион, блин. Мы же на него нападали вроде, да? Смотрите-ка, а. Какой чувачок. Крепкий, однако, ся. Сила магии, так по области бьет. Мечи, топоры, все очень у него такое серьезное. Плюс у него доспехи классные. Да, нет, я думаю, что не буду я на него нападать. Лучше я буду потихоньку бомбить орков. Давайте глянем. Дементис. А Дементис у нас 23. Что у тебя? Ага, броня как у меня. И топорик практически такой же, как у меня. Так, ну здесь. Ага, воскрешает. Вы прикиньте, воскрешает союзника с 3000 жизнями. Это практически целиковый. Встает с полными жизнями. Да, и амулетики у него классные. Ну, а здесь ничего нету. Да и лук так себе. То, что 70%, да, нанести урона по группе, это, конечно, неплохо. Угу, вот и приплыли. Саймон. Блин, вот Саймона бы завалить, и все. Но 24 тысячи. И кортики неплохие. И булава, в принципе, тоже неплоха. Восстанавливает 2000 союзнику здоровья. И арбалетик, ядрить его на корень, нет. Нет. А мои, посмотрите, эй, дрищи, блин. Особенно этот Савелий, как он меня, а? Надо его раскачивать, однозначно надо раскачивать его. Может быть, ему... Да что я ему поставлю? Ничего он... Ничего не может держать в руках. Так, может быть, вот этот посох ему влепить. Хотя бы на уровень и глянуть, как он себя чувствует. Ну, мы останемся, ребята, тогда без хила. Ой, без хила, без воскрешения. И если мою красу уронят, то она уже не встанет. Угу. Поэтому тут нужно хорошо все взвесить за и против. Вот этот бы я бы ему поставил посох. Но 26 уровень, не может он его носить. Ёлки-палки. Так что придется нам выбирать из того, что есть на данный момент. Это фигня. Этот посох, в принципе, тоже бред. Ну, а ближником я его делать не хочу. Мне нужен маг. Так. Этот посох он не потянет, потому что он на 28 уровень. Да, а так бы, естественно, я бы ему одел. И, естественно, сразу бы у нас выросла мощь. Может быть, а что смысл? Подождите-ка. Так, наносит врагу, а тут восстанавливает здоровье. Нет, наверное, мы не будем это менять. Пускай остается как оно есть. Ну, а магу все-таки, я думаю, надо поменять оружие. Это не дело с этим посохом дебильным бегать.
Давайте, наверное, вот это единственное оружие, более мощное и как раз под его уровень. Посмотрим, что из этого у нас получится. Да, мы лишаемся воскрешения, но приобретаем силу и мощь. Так, сколько у нас? На один бой еще хватает буквально, да? Так, где у нас там этот Ралин? Все, хочу его, блин, одолеть. А Саймон, ну, можно, в принципе, попробовать и Саймона. Так, у него лучник, маг и два бойца. А у меня всего, по-моему, одна магия осталась. Ёлки-палки, наверное, не затащу я, ребята. Как-то, если я сейчас на него нападу и проиграю, я больше не проведу ни одного боя. Ладно, ребята, я все-таки рискую и была, как говорится, не была. Поехали. Посмотрим, что у нас из этого получится. Еще раз напомню, что у нас воскрешалки нету. Если краса упадет, то это будет финиш. И она у меня упала, елки-палки. Так, ребята, давайте держимся, держимся. Один маг остался. Ну, давай. Есть! Есть, ребята. Вот она. Риск, благородное дело. Ё-моё, блин, мне даже не верится. Мы все-таки распинали его. Просто замочили. Мы поимели деньжат. Ух ты, сундучок у меня. Еще один сундук. Это все за прогресс. Я получил дерево, нужное мне. Я получил деньги. Вскрываю сундук. Получаю костюм повара, надеюсь, хороший. Так, а синий чем порадует меня? Ёлки-палки, три кристаллика плюс броня на мага. Вот это, ребята, вот это фарт. Не зря я говорил, что серия сегодня будет очень хорошая. Блин. Ну, костюмчик, конечно, слабоватый мне дали. Хотя по уровню он 28-й. А почему такие слабенькие статы? Ну да ладно. Ё-моё, он даже эту броню носить не может. Все упирается в уровень. Так, и что, собираем мы деньги. Так, яблок у нас не хватает на очередной бой, ребятушки. Так что придется нам с вами что-то приобретать. Теперь будем сидеть и думать, что нам лучше взять. Так, бассейн манны, это для манны. Магическая лаборатория. Арсенал. Мастерская оружия. Так, что тут у нас? Давайте глянем. Нет, на ремесленный цех не хватает. Мастер брони. Да, ну я ее поставлю, потом еще апать. Нет, ребят, не прокатит. Надо что-то вот из этого, мастерское оружие. Если я ее, например, проапаю даже, да? Что мне это даст? Это мне даст лишний геморрой, если честно. Погреб, я... Хотелось бы, конечно, но мне жалко оставлять 100 штук у себя в нале, как бы. Так, ну здесь мы только сможем потом улучшать заклинания, да? А это, как бы, мне не особо нравится. Так, с 2 до 3,5 тысяч здоровья. Ну, я обычно не пользуюсь этими лучами, львами, рыка, лев и этой каменной броней. Я только фаерболами. Ну, поэтому я не вижу, если честно говоря, смысла в магической лаборатории. Вот у меня как бы магическая мастерская и арсенал. Арсенал, как я вам говорил, тоже хочу себе лучника, то бишь дополнительная защита моего замка. А в этой оружейке, блин, ребята, я не знаю даже, что я хочу все, если честно. Ну, у меня выбор, ё-моё. Я хочу как бы купить то, что мне надо, но в то же время не хочу оставлять очень много свободных денег в наличии, чтобы оставалось. Поэтому даже не знаю. Мастерское оружие тоже хорошо, в принципе, да, скоро апнусь. Там будет с 30 по 40 оружие клепаться. Если я, конечно, не ошибаюсь. А, нет, с 29, ну да, с 30 по 40. Легендарный пока закрыто. С обновой все это будет у нас.
Ну это вы представьте, сколько надо будет разобрать шмота, чтобы получить кристаллы. А плюс еще, вы посмотрите, это сейчас 350 тысяч, да, на апгрейд. А какой потом будет грейд? Это, то есть, не грейд, а сколько надо будет ресурсов. Поэтому даже и не знаю, и хочется, и колется. Да. Так, что тут у нас? А, тренировочная бойцов, но это пока в недосягаемости у нас. Погреб тоже хорошо, но денег очень мало стоит. Вот арсенал. Я не знаю, склоняюсь к арсеналу, если честно. Как бы и денег много туда вбухаю, и дополнительная защита будет, и очень мало оставляю свободными ресурсов. Потому что если я выйду, как вы знаете, меня потом бомбанут, отпрессуют. Так, магия закончилась. Можно, в принципе. Вот видите, вот здесь бы, конечно, тоже бы слотик бы лишний не помешал. Ну, я имею в виду, чтобы три магии было. А их всего можно будет там 6, по-моему, да, брать с собой. Или 7 даже. Да, представляю такой. С 7 фаерболами, которые еще плюс развиты по полной программе. Вот это будет финиш. Так, ну что? Видите, у меня нет от вашего совета. Прямо вот сейчас бы мне все посоветовали, чтобы взять. Я бы то бы взял бы. А это будет только когда вы увидите это видео. Скажете, вот, Рэй, ты взял не то, что надо, лопухнулся, лоханулся и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас вся ответственность лежит только на мне. Ядрите его на корень, а? Я не знаю. Блин, буду я долго мурыжить, а? Тут уже, наверное, 3 часа сижу и выбираю, что взять. Так, ладно, ребята, я, наверное, магическую лабораторию. Была, не была, что ли, а? Нет, ребят, не хочу, не могу я решиться ее покупать, ее, блин. Сколько там? Она 300 тысяч, да, это 50. 70 кусков будет просто валяться у меня. Ага, сначала завершить производство заклинания еще. Тогда, ребята, решено. Тогда решено. Все. Все, улучшаю. Ругайтесь, кричите. Можете там, не знаю, быть недовольным, ребята. Но я сделал как можно лучше для себя. Ну и потом, я думаю, что мне арсенал все-таки сыграет добрую службу когда-нибудь, я не знаю, когда. Ну, надеюсь. Так, на бой-то хоть один хватит. У меня яблочек-то ни шиша. Ни шиша не хватает. Поэтому я даже не знаю, что мы сейчас еще будем делать. Так, эти все у меня отхилились. Давайте. Так, у нас сколько тут вторжений? По-моему, еще 2. Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо, ребята. С вами я даже бузить не буду. А вот с вами... А с вами можно. Давайте попробуем даже, как говорится, ну, с одной магией, может быть, так разрулим их. Тем более их 3 всего. Понеслась. Так. Ёлки-палки, у меня же нет этого посоха воскрешения. Ну, может быть, мы и так... Да, в принципе, мы и так разрулим. Все, отлично. Так, давай-ка. Забираем. О, бронька, ребятушки. Выпала новая бронька. Так, где мой лук? Давайте заценим. Да что ж такое? Ну почему такой не... Блин, антифарт пошел, короче. Падает броня, но слабенькая. Все, вот теперь у меня точно, ребята, долго не хватит уже на бои. Так, может быть, поставить производство еды или манны. Давайте, ребята, поставим. А что простаивает? А так хоть будет что-то прибавляться. Куда вот только ее влепить-то лучше, а? Почему-то наверх не могу поставить. Так, погоди-ка, давайте-ка еще разочек удостоверимся. Где? Где? Не пойму нифига. Так, давайте. Так, производство. Давайте еды все-таки. А нет, ставится, все нормально. 59 секунд. Пи, бесплатно даже, можно ее
по-быренькому, как говорится, апнуть. Так, ну что, собираем тут все по мелочи. Савелий. Савелий однозначно, ребята, надо ставить на прокачку. Как ни крути. 28 уровень ему нужен просто позарез. Давай, иди качайся. Так, ну этих я не буду отхиливать, пока я даже в этом не вижу смысла. Деньги собирать, наверное, тоже не буду. И так у меня 70 тысяч на кармане лежит, которые, естественно, потом прикарманят люди. 3 часа он будет 27 уровень добывать. Так. И ты иди отхиливайся. Что получается-то у меня? А, ну да, получается, что Ева у меня замещает мага. Эти сейчас отхилятся, и я выставляю их тоже. Производство маны. Тоже давайте, наверное, ребята, влепим, а чё? Или разовьем вначале столовку. Так, 5 минут. Давайте бесплатно чиркнем. Следующий 45 минут за 5000. Нормально. Ну что же, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Там, я думаю, будет еще круче и еще веселее, и еще забористее. Надеюсь, моя братва там всем покажет, что почем. Ну, а на этом все, ребятушки. Всем пока, не скучайте, не болейте и до скорого.